Именно так. Люди в моей округе. Какое убежище есть у них? Где они прячутся? Все прячутся. Каждый что-то скрывает. Каждый пытается защитить себя. Каждый беспокоится о раке, о смерти, за своих детей. Каждый беспокоится о своем будущем, о своей работе, о доме, об уплате по закладной. Каждый обеспокоен миром, в котором мы живем. Где их место? Хороший вопрос. Вы знаете, почему я не могу пригласить людей в церковь? Потому что я не знаю их. Но у нас есть любовь Христа, покой, служение в нашей округе. У вас есть самое лучшее убежище. Вы сокрыты с Христом в Боге. У вас есть призыв поделиться этой тайной с соседями. У вас есть отклик. Примите решение. Например, этим летом, вечером, в четверг, сядьте рядом с вашим соседом, а их у вас по округе много. Вы пришли с работы, приняли душ, что-то съели и выходите на улицу, разговариваете с кем-то, просто разговариваете с ними. Никакой программы. Это просто от вашего сердца, потому что вы нашли Христа, и вы сокрыты с Христом в Боге. И вам это нравится. Бог с вами. И вы можете разговаривать, вы можете слушать, и вы можете разговаривать. У вас есть служение. У вас есть служение. Да, у пасторов есть, но вот вы, и оно есть у вас. Вам дана сила, помазание, призыв. У вас есть служение в вашей округе, и вы можете делать это каждый день на протяжении всего лета и далее. Я именно так думаю об этом. Пастор Шаллер.